красна шапочка, можно? Давай, конечно, можно. Жила была девочка. У нее была красная шапочка. Один раз ей мама сказала сходить в лес к бабушке, потому что она заболела, и дала красной шапочке корзинку с пирожками и с молоком. Она идет к... и сказала мама, что в лесу с кем разговаривай. Идет красная шапочка, и вдруг навстречу ей волк. Он говорит: здравствуй, красная шапочка, а куда ты спешишь? Ну, то есть идешь. Красная шапочка говорит: ну, мне мама говорила ни с кем не говорить, но с вами, волк, я поговорю. Она сказала, что идет к бабушке через лес, к маленькому домику. Сказал волк: а знаешь, бабушка очень обрадуется, если ты наберешь ей много цветов на вот той, этой, на той полянке. Идет туда девочка, красная шапочка, и стала набирать цветы. А серый волк тем временем идет к бабушке. Случится, он говорит: бабушка, это я, красная шапочка. А бабушка говорит: дерни за веревочку, дверь откроется. Волк дернул за веревочку, сошел в дом и съел бабушку. В дом. Села на скамеечку, на скамеечку, и говорит: бабушка, я тебе принесла вкусных пирожков и молочко. А красная шапочка, вот, а волк говорит: спасибо. Дойдя до школы, Том вошел в класс. Учитель спал. Том разбудил его. Учитель сказал: Том Сойер. А Том знал, что если его имя произносят полностью, то значит, что сейчас будет дух. Он сказал: да, сэр. Почему вы опоздали? Сказал учитель. Я остановился поговорить. С кем? С мальчиком. С кем? С мальчиком. Ладно, садитесь. Свободное место было только у одной девочки, у которой были косы золотистые. А Том ее любил. Он сел рядом с ней. Он глядел в учебник, но ничего не понимал, но он все равно глядел. И тут он снова начал рисовать. Он рисовал, а девочка спросила: что вы рисуете, Том Сойер? А Том ее попросил: пожалуйста, не говорите, что я Том Сойер, я Том. А как вас зовут? Меня зовут Бекки. Очень приятное имя, Бекки. А покажите, что вы рисуете, Том. И Том показал домик с человечком. Из трубы домика шел дым. Ой, как красиво, сказала Бекки. А нарисуйте, пожалуйста, меня. Том стал рисовать. Он нарисовал Бекки. Оно получилось не очень красивое, но все равно. Бекки это очень понравилось. Как красиво! А нарисуйте. А пожалуйста, научите меня так рисовать. Том говорил: давайте я вас научу рисовать на следующей перемене. Ладно. А вы идете обедать? Нет, я останусь. А вы? Я тоже останусь. Ну, дальше. Всё. Ну, как все? Ну, дальше. А, тут Тома коснулась тяжелая рука. Это был учитель. Он взял за ухо Тома
и провел так по классу, а потом вернул на место. У Тома ухо болело. Но тут они написали диктант. У Тома получилось очень много ошибок. И ошибки были в самых простых словах. Что-то вроде дом, кот, собака. И золотая медаль, которая у него весь год была за правильность написания слов и диктантов, перешла к другому ученику. И так Том опозорился перед всем классом. Все.